Для всех фанатов домашней выпечки хочу предложить на заметку этот классный и совершенно несложный вариант приготовления заварного лимонного крема. Ароматный, вкусный и пикантный. Этот удивительный крем чудесно подойдет для выпечки, самых разнообразных десертов, станет отличной начинкой для пончиков или эклеров, например. Такой крем чудесно хранится в холодильнике 5-7 дней. Однажды его попробовав, потом просто невозможно от него отказаться, рекомендую обязательно повторить рецепт. 1. Лимоны вымойте как следует со щеткой. 2. С 2-3 лимонов натрите цедру. 3. Выжмите сок. Количество указать сложно, так как сочность у лимонов разная. 4. На плите установите кастрюлю с водой для водяной бани. В небольшую мисочку отправьте желтки, добавьте сахар и взбейте до однородности. 5. Добавьте цедру и сок лимона, перемешайте еще раз. 6. Установите на водяную баню мисочку. 7. Постоянно помешивая, прогрейте крем и по кусочку добавляйте сливочное масло. 8. Как только крем станет нужной консистенции, снимите с огня и протрите через сито. 9. Вот и все, осталось только остудить заварной лимонный крем. Приятного аппетита!